Гостомельскому десанту посвящается. Херачат в нас огонь со всех сторон. За взрывом взрыв все ближе и плотней. Мозги кипят, в ушах какой-то звон. От диких криков слышим их в огне. И едкий дым глаза без масла жрет. Почти на слух, на ощупь, наугад. Стреляет уцелевший пулемет за тех, кто шел в гостомельский десант. Распаханная градом полоса, Ми-8 битый корчится на ней. Нам новый взрыв, как божья роса. И лишь чинят ошметки на броне. Осколки хлещут в воздухе, как плеть. В эфире хаос, радиобардак. Не страшно столько даже умереть. Скорее обидно сдохнуть просто так. Успел сменить позицию свою. Накрытие каких-то 5 минут. Мне брат сказал, не паникуй в бою. И навыки тебя не подведут. И снова град, не премени Господь. Под этот адский попадать покров. Нутро сжимается в трясущуюся плоть. И дикий крик наружу вместо слов. Исходит кровью горлом лейтенант. До третьей звездочки уже не доживет. Зато в историю гостомельский десант не просто впишет, он себя вопьет. Ведь мы решили, точно не уйдем. Нам с нашей вечностью сегодня повезло. И зацепившись за аэродром, его удержим всем смертям назло. Ведь мы решили, точно не уйдем. Нам с нашей вечностью сегодня повезло. И зацепившись за аэродром, его удержим всем смертям назло.